Пошли байки у моих рыбаков, так. Пошло это дело, сел рядом. Петрухе звоню, мы штук, я 15 сделал, а тот еще мамышка получше, еще больше взял. Звонит Петруха, ну что у тебя, ничего нет. Я говорю, пробуйте так, ничего нет. Пришли они все, 8 человек возле меня, куда-то, сели. Все, один только толстолеска была, ничего нет, а пойду спать, я говорю. Больше нет. Ну, берег рядом, пошел спать. Все, и вот такой металл, потом раздразнили, вот так все вокруг, и все наловили. То 5, то 7 килограмм, все наловили. Но весь смысл в том, что никого ничего не брало. Вот такое положение. А когда раздразнили, пошло уже по-другому. Так что вот так вот. Федя. Да, так что буду ловить. Вот так. Я же ему даю так. Ну возьми, типа, вниз. Он вниз. Я вверх. Он не тяну, не ёжу, ничего. Легенько. Он и так. Ну, не берет и все. Думаю, ну сейчас его, может, снизу подцеплю. Ничего нет, смотри на него, а у меня три мотыля висит. Следующий быстренько пускай, опять прихватывает закончик мотыля и держит. Это насколько он умный. Опять раз. Я его так, пока три мотыля не снял. И все, я его опять следующий. Точно так же следующий. Так что умные они, оказывается, учатся. А как на железо, то надо сказать, что умные, да? Нет, это азарт. Это азарт. Мужики тоже вместе толпа и уже азарты. Надо, не надо, а лезу куда-нибудь. Азарт. Но на железо все-таки берет такой, который уже в возрасте, который знает, что брать. Нет, Федор, вот такие вчера ловили. Тут уж я ни при чем. А последний самый прикольный был, вот так вот, который запомнился. Я его дразнил, вот так плавал, а потом ложится на бок, вот так вот. И всеми хвостом и лопастями своими так посмеялся надо мной и уплыл. Меня, говорит, не надуешь. Это сказка была. Пойдем, там уже клёк такой уже начинается. Да, так что все. Да, еще темно. Молодец, тебе есть. Спасибо вам. Заходите. Все хорошо. Давайте. Трех, Александр Александрович, сейчас я покажу, дай тебе запечатлю.